Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import, и вы находитесь на канале «Первый видео авторынок». Кстати, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, мы бы рекомендовали подписаться, ведь на нашем канале вы можете найти большое количество интересного, а главное, полезного материала о том, что касается выбора и приобретения подержанного авто, в том числе и обзоры на машины, как в формате тест-драйвов, так и в формате обзоров технических, где мы подробно разбираем особенности тех или иных моделей, рассматривая их на подъемнике. В нашем сегодняшнем обзоре мы хотим поговорить про автомобиль представитель семейства компакт-кроссоверов. Такие автомобили на вторичном рынке довольно популярны. Запрос что-нибудь повыше, полноприводное, при этом не очень большое, довольно-таки популярен среди людей, которые обращаются в нашу компанию. Ну а та модель, про которую пойдет речь сегодня, больше знакома нашим зрителям с Дальнего Востока, нежели людям, которые смотрят нас, проживая при этом в западной части страны. Однако эта машина, как и ее современные одногодки, скорее всего, будут тем самым, на чем мы с вами будем ездить ближайшие 4-5, а может быть 7-8 лет. Встречайте, Honda Vezel, первое поколение. Компактный кроссовер Honda Vezel появился в 2013 году, в самом его конце. Эта модель в первом поколении продолжала выпускаться аж по 2021 год. Правда, в 2018 году компания Honda модель обновила. Обновления коснулись прежде всего внешности и начинки в том, что касается опций. Рестайлинговые автомобили прежде всего отличаются иным оформлением передка, более хищным, нежели в дорестайлинге. Гамма агрегатов под капотом, по сути дела, довольно однообразна. Эти машины можно было купить как в чисто бензиновом варианте с двигателем объемом 1,5 литра на 131 лошадиную силу, так и в версии с гибридом. Суммарная мощность гибридной силовой установки, двигатель плюс электромотор, где-то около 150 лошадиных сил. Коробка передач для бензина вариаторная, для гибридной версии роботизированная семиступенчатая. Ну а по типу привода эти машины могли быть как передние, так и полноприводными. Причем это касается и бензиновых, и гибридных версий. У рестайла с 2019 года также появилась спортивная версия с турбомотором. Те же 1,5 литра, но уже 172 лошадиные силы и 220 ньютон-метров крутящего момента. Однако такие машины были только с передним приводом и на вторичке широко не представлены. Наш сегодняшний экземпляр – это бензинка 2018 года с передним приводом. Пробег по Японии всего 44 тысячи километров. В основу компакт-кроссовера Honda Vezel легла база хэтчбека Fit третьего поколения. Однако при этом автомобиль превзошел своего прародителя в габаритных размерах. Длина автомобиля 4 метра 33 сантиметра, ширина 1,77 метра, а высота 1,60 сантиметров. Колесная база 2,61 метра. И это довольно неплохой показатель для компактного автомобиля. Автомобиль получился довольно маневренным. Радиус разворота всего 5,3 метра и при этом не тяжелым. Снаряженная масса около 1200 кг. Что касается толщины и качества окраса, то Honda Vezel это типичный представитель автомобилей для внутреннего рынка Японии. Толщина заводского лакокрасочного покрытия на этих автомобилях будет лежать в диапазоне от 90 до где-то 120-130 микрон. Ну а что касается стойкости кузова к коррозии, то большинство представителей подобного семейства автомобилей еще слишком свежие, чтобы на них появились какие-то серьезные очаги ржавчины. Однако при осмотре машины, особенно если речь идет про полноприводный автомобиль, имейте в виду, что всегда есть риск найти автомашину с севера Японии, где в ходу в зимний период реагенты. Поэтому осмотр на подъемнике пропускать крайне не рекомендуем. И по традиции обзор содержимого автомобиля начинаем с багажника. Отделения, доступ куда нам открывает довольно увесистая пятая дверь с электрозамком. И первым делом в глаза бросается широкий проем багажника. В данном случае по его нижней части ширина составит порядка 116 сантиметров. Длина полезного пространства багажного отделения до спинок передних сидений в их поднятом состоянии это около 80 сантиметров. Ну а ширина по узкой средней части порядка 1 метра ровно. Само оформление багажника производит весьма приятное впечатление. Даже боковины в данном случае не пластмассовые, все закрыто ворсистым материалом. Ну а если надо перевести что-то очень длинномерное, вы всегда можете опрокинуть вперед спинки сидений. В данном случае сам механизм складывания очень напоминает таковой на Honda Freed Spike. То есть подушка сидения уходит вниз и спинки ложатся, образуя практически ровную поверхность, где в целом можно, например, размещаться на ночлег. Длина багажника при сложенных спинках сидений увеличивается где-то до 1,60 м.
Ну, а расстояние до передней панели, если нужно увести что-то реально длинное и при этом узкое, где-то 2 метра 35 сантиметров. Так что по части своих грузовых возможностей Honda Vezel — это на самом деле достойный представитель своего вида. Ну а теперь про салон Honda Vezel. Оказавшись здесь, в первую очередь, конечно, замечаешь преемственность с моделями Fit и Fit Shuttle, например. Та же самая комбинация приборов, панель климата, которая в данном случае у нас сенсорная, все здесь напоминает про Honda Fit, про прародителя. Сидеть удобно, сиденье не слишком профилировано, но боковая поддержка весьма ощутима. Это касается именно спинки, а не подушки сиденья. Диапазон регулировок здесь достаточен. Мне при моем росте 1,86 м довольно быстро удалось обнаружить для себя удобную посадку за рулем. При этом сиденье имеет, конечно же, регулировку как по длине и наклону спинки, так и, собственно, по высоте, что позволяет любителям высокой посадки задраться практически под самый потолок. И в этом случае посадка действительно больше начинает напоминать паркетник, а не хэтчбэк-прародитель. Рулевая колонка здесь регулируется как по вылету, так и по наклону. Причем диапазон этой самой регулировки весьма широкий. Так что, как я предполагаю, большинству людей за рулем Honda Vezel удастся быстро подобрать для себя оптимальную посадку. Что касается разного рода кнопочек, клавиш и так далее. В нашей комплектации у нас абсолютно полный мультируль. В данном случае снизу справа располагаются клавиши, позволяющие вам листать страницы на бортовом компьютере. Слева клавиши, отвечающие за работу с подключенным по Bluetooth протоколу телефоном к штатной аудиосистеме автомобиля. Правая сторона наверху — это клавиши, блок управления круиз-контролем, который в данном случае радарный, то есть машина умеет выбирать дистанцию до впереди идущего автомобиля, и в зависимости от того, какую дистанцию вы зададите, будет самостоятельно оттормаживаться, выравнивать скорость до передней машины, ну и, соответственно, после обгона возвращаться на заданное уже вами значение скорости. Ну а с левой стороны клавиши управления аудиосистемой, причем здесь это все дело скомпоновано очень удобно, тянуться никуда не надо, руки на руле и большой палец спокойно дотягивается до любой клавиши. Сам руль, кстати говоря, здесь имеет кожаную отделку, также очень удобный и небольшого диаметра, что мне, например, лично нравится. С правой стороны у нас всего несколько клавиш, которые относятся к системе активной безопасности. Это контроль движения в полосы, контроль дистанции или система предотвращения столкновений, ну и клавиша активации и деактивации системы стабилизации. Под правой рукой у водителя довольно удобный отделанный кожей подлокотник, кнопки управления стеклоподъемниками, центральный замок и боковые зеркала. Здесь все стандартно, никаких новаторских решений. Штатная мультимедийная система с навигацией и, соответственно, камерой заднего вида. А вот панель климата здесь интересная. Собственно говоря, такая же, как на старших комплектациях хэтчбеков Fit или универсалов Shuttle. Она полностью сенсорная, то есть при выключении зажигания это просто черное стекло. Но когда автомобиль у нас ожил, когда зажигание включено и двигатель запущен, все это превращается в довольно удобную на самом деле вещь. Единственный момент, что подобная система может быть не совсем удобна для работы с ней вслепую. Хотя, с другой стороны, ко всему можно приноровиться. Но для сенсорного управления здесь очень хороший отклик. Все это дело очень оперативно реагирует и никаких нареканий не вызывает. Перед селектором коробки передач располагается клавиша выключения системы старт-стоп, ну и клавиша стояночного тормоза, который в данном случае электрический. Также на этом автомобиле реализована функция hold, то есть удержание машины при остановке. Без нажатия педали тормоза автомобиль тронется только когда вы нажмете на педаль газа. Для движения в пробке на самом деле вещь очень удобная. Владельцы Volkswagen, Tiguan, Passat и так далее, которые этой функцией в большинстве своем оборудованы с завода, знают, о чем мы сейчас говорим. Также обращает на себя внимание довольно интересное дизайнерское решение блока света на потолке. Он выполнен достаточно интересно, и видно, что компания Honda здесь не экономила. Плафон довольно необычный и симпатичный. Кстати, достаточно удобный в использовании. Несмотря на то, что чисто визуально лампы очень маленького размера. Что касается бардачков, мест для хранения и так далее. В дверных картах по низу у нас практически ничего нет. Кармашки очень коротенькие.
И даже бутылку объемом пол-литра сюда можно будет пристроить практически впритык. Основной перчаточный ящик у Honda Vezel не очень глубокий, но разместить сюда документацию, полис ОСАГО и кое-что еще по мелочи вполне даже можно. Интересно то, что центрального бокса в привычном смысле в Vezel нет. Под подлокотником в нашем случае довольно небольшое пространство, куда можно насыпать разве что какую-нибудь мелочевку. Зато по центру консоли у нас есть очень удобный такой подстаканник, где можно поставить кружку либо бутылочку, и она будет зафиксирована. Плюс есть дополнительные возможности фиксации. Ну и сам подлокотник в данном случае слегка двигается по длине назад-вперед. Так что в целом опора для левого локтя у водителя и пассажира присутствует. Что касается заднего ряда сидений на Honda Vezel, каких-либо вопросов по запасу свободного пространства здесь нет. Я сижу сам за собой, и от колена до спинки сидения расстояние весьма приличное. То же самое касается, в принципе, и запаса над головой. Он на самом деле есть. Сидения заднего ряда не столь профилированные, как передние кресла, но в целом имеет выступающую среднюю часть. Так что троим пассажирам здесь будет, пожалуй, не слишком удобно, во всяком случае, в дальней дороге. Подлокотники есть как справа под руку, так и, собственно говоря, есть небольшой, не слишком широкий, довольно короткий подлокотник, но при этом удобный и под левую руку тоже. Каких-то удобств для задних пассажиров наподобие спинки, регулируемой по наклону, здесь нет. Разве что два небольших плафончика освещения и дополнительная розетка внизу центрального тоннеля, от которой можно, например, заряжать мобильные устройства. Стоит также отметить, что заднее сиденье у Honda Vezel стоит выше, чем передние. По этому поводу два момента. Первый, на самом деле удобно сидеть. То есть здесь нет такого недостатка, как в некоторых других автомобилях, где под бедром оказывается просто пустое место. Поэтому в дальнюю дорогу на заднем сиденье Vezel, в принципе, можно смело отправляться. Ну а второй момент – это обзорность. В данном случае, даже находясь на заднем ряду, не чувствуешь себя в бункере. Это касается как обзора вперед, так и, собственно, обзора в боковые окна. Во всяком случае, стекла здесь намного больше, чем в той же Toyota CHR. Что касается начинки подкапотного пространства Vezel, то в данном случае, по сути дела, речь идет про два варианта силовой установки. На чисто бензиновом автомобиле, таком как наш, под капотом устанавливается двигатель нового семейства Honda, это L15B. Это рядная четверка с алюминиевым блоком цилиндров и цепным приводом газораспределительного механизма. Самым главным отличием этой силовой установки от моторов предыдущей генерации L15A, которые устанавливались на Фриды, на Спайки, на Фиты, имели объем 1,5 литра и мощность 120 лошадей, стало наличие двух распредвалов и наличие непосредственного впрыска топлива. Двигатели нового семейства прибавили в мощности, теперь это 131 лошадиная сила. Но в целом сохранили надежность, поскольку чрезмерных новаторских решений компания Honda сюда не привнесла. И есть все основания полагать, что данные двигатели будут служить владельцам подобных автомобилей столь же долго, как это делали старые одновальные рядные четверки на машинах предыдущих генераций. Нет вопросов на бензиновых автомобилях и к трансмиссии. В данном случае используется вариаторная коробка, которую компания Honda уже очень и очень давно научилась делать. И научилась это делать лучше многих. Коробки передач на этих автомобилях живут гораздо дольше, чем 200-250 тысяч километров пробега. Самое основное – это обслуживание КПП. Меняйте масло раз в 40 тысяч километров вместе с фильтром, и будет вам счастье. Кстати говоря, компенсаторов зазоров клапанов на этих моторах все так же нет. И регулировку необходимо выполнять раз в 40-50 тысяч километров пробега. Что касается гибридных автомобилей, то под капотом находится тоже 1,5-литровый мотор, но с другим индексом. Двигатель адаптирован для работы в составе гибрида, и теперь он называется LEB. От бензинового L15B LEB отличается прежде всего отсутствием навесного оборудования и, соответственно, приводных ремней. Работает он в паре с электродвигателем, который установлен внутри коробки передач. Суммарная отдача такой силовой установки это около 150 лошадиных сил. В качестве трансмиссии на гибридных машинах используется робот, 7-ступенчатая коробка передач типа DSG с двумя сцеплениями и электромотором в своем составе. Гибридные Vezel'ы, в отличие от машин предыдущего поколения, таких как второй Fit или Fit Shuttle,
может ездить на электротяге и делает это постоянно в режиме малых скоростей. Соответственно, у такого автомобиля есть и высоковольтная часть, есть инвертор, есть батарея. Все это располагается в багажнике и объединено в один узел, который называется IPU. Однако он сам по себе достаточно компактный. И даже гибридный автомобиль будет иметь достаточный объем багажного отделения. Когда речь заходит про роботизированную коробку, в первую очередь всплывает, конечно, такой момент, как износ сцеплений. Однако компания Honda при создании гибридной силовой установки в данном случае решила обойти вопрос с повышенным износом сцеплений. Если говорить упрощенно, считайте, что первая передача в автомобиле, то есть как раз таки режим движения в пробках, когда сцепление наиболее интенсивно изнашивается, это у вас электродвигатель. А вот начиная со второй передачи и далее, это уже работа непосредственно трансмиссии. То есть Honda Vezel использует электродвигатель в наиболее вредном для сцеплений ползущем режиме, дабы они не пробуксовывали. С точки зрения механики, как показала практика, в роботизированной трансмиссии Vezel есть один единственный слабый момент. И это выжимной подшипник, который время от времени требует обслуживания. Тем, кто будет плотно интересоваться покупкой гибридного Vezel, найти больше информации про этот момент труда не составит. Но в общем и в целом при осмотре гибридного автомобиля обращайте внимание на то, чтобы вся система в автомобиле работала без лишних шумов. Появление какого-то постороннего скрипа или воя в данном случае абсолютно неприемлемо и может говорить о том, что в скором времени понадобится вмешательство в роботизированную КПП. Однако преимущество гибридного автомобиля – это его динамика и при этом очень маленький расход топлива в городском цикле. Кстати говоря, менять масло в роботизированной трансмиссии тоже нужно. Где-то раз в 50 тысяч километров пробега. Перед тем, как взглянуть на Honda Vezel снизу с подъемника, поговорим про дорожный просвет. На самом деле, по этому автомобилю все обстоит весьма и весьма хорошо. Если говорить про низшую точку, которая в данном случае располагается под пластиковой защитой моторного отсека, это 18 сантиметров. Соответственно, сам край бампера находится выше, порядка 22-24 сантиметров в передней части. Низковисящим здесь можно назвать разве что резиновый фартук 16 сантиметров. Но при этом, подъезжая к препятствию, в принципе, можно иметь в виду, что данный фартук пластичный и отломить его у вас, по идее, не должно получиться. По крайней мере, не при нормальных плюсовых температурах. Расстояние от земли до брызговика за колесом 18 сантиметров и до порога побольше, порядка 23. В задней части автомобиля расстояние до порога 25-26 сантиметров и около 20 до брызговика. Ну и под задними брызговиками 28, а под задним бампером и того больше. Причем выхлопная труба в данном случае подобрана наверх, поэтому при всем желании оторвать себе выхлоп, паркуясь задним ходом к препятствию, у вас здесь не должно получиться. Так что в отличие от конкурента из Toyota, а именно CHR, у Honda Vezel есть все основания действительно называться паркетником. Ну а теперь поговорим про подвеску Honda Vezel. По конструктиву передняя подвеска здесь это Макферсон, ну а сзади подвеска зависимая, или проще говоря, обычная балка. По передней подвеске в данном случае обращает на себя внимание, например, тот факт, что нижние шаровые опоры выполнены отдельно от рычага. То есть в данном случае они на болтовом соединении, вы можете поменять шаровую, не меняя весь рычаг в сборе. Очень хорошее решение. Рулевая рейка, само собой, здесь электрическая, никаких гидравлических магистралей к ней не подходит, поэтому проблем с протечками жидкости ГУР здесь не будет в связи с отсутствием в системе таковой. Что касается ресурса компонентов передней подвески, то, как показывает практика эксплуатации автомобилей типа Honda Fit или Shuttle, все здесь с ресурсом в порядке. До пробегов 150 тысяч километров вы вряд ли сюда, в принципе, зачем-то полезете. Ну, может быть, для замены рулевого наконечника или, например, стойки либо втулки стабилизатора поперечной устойчивости, который здесь, кстати говоря, довольно массивный. Само собой разумеется, при взгляде на автомобиль снизу обязательно обращайте внимание на то, чтобы у вас были сухие сальники приводов, а также стык коробки и двигателя.
Да, и как на любом цепном моторе, можно, конечно, глянуть и на то, чтобы сухая была передняя крышка, прикрывающая цепи, то есть лобовина. Хотя в целом на автомобилях Honda запотевание лобовины встречается весьма и весьма нечасто. Ну а на этом автомобиле здесь смотреть в принципе нечего. Пробег по Японии 44 тысячи километров, машина практически новая. По крайней мере, на это указывает общее состояние днища и вообще в целом под днищем автомобиля. У нас, кстати говоря, есть и защита от грязи. В данном случае материал этой самой защиты не пластик, а ворс, напоминающий ворсовые подкрылки, например, на цивиках. Задняя подвеска здесь зависимая, это балка с аленблоками, которые вряд ли до пробега в 300 тысяч попросят замены. Ну а по задним тормозам Везела, в отличие от фитов, в данном случае они дисковые. Это тоже несомненный плюс для более тяжелого автомобиля. Ну и в задней части у нас есть имеющая скошенную форму защита, отдаленно напоминающую снеговую лопату большого размера. Так что парковаться задним ходом на этом автомобиле в сугробы вы также можете весьма свободно. Таким мы увидели сегодня автомобиль Honda Vezel 2018 года выпуска с бензиновым двигателем, 131 лошадиная сила, вариаторной коробкой передач и передним приводом. Если вас заинтересовал конкретный автомобиль, который был сегодня на нашем подъемнике, есть приличный шанс, что к моменту, когда это видео выйдет в эфир, машина все еще будет находиться на продаже в компании RDM Import в городе Новосибирске. Уточнить всю интересующую вас информацию, в том числе по стоимости автомобиля, вы можете, воспользовавшись контактами под данным видео. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Ну а если у вас был или есть Vezel, вы проехали на нем не одну сотню тысяч километров, и вам есть чем нас дополнить и в чем нас поправить, обязательно напишите все это в комментариях, ведь людям, которые выбирают себе подобную машину, ваш комментарий может помочь окончательно определиться с выбором. Спасибо за просмотр и до новых встреч на канале. Пока!